Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. В своей работе я сталкиваюсь как с сексуальными рабами, да, так и просто с рабами в отношениях. И очень многие вот рабы, они говорят, что им это состояние нравится, когда им предлагаешь обратиться, к примеру, за помощью к психологу, да. Им нравится, когда их унижают. И я вот нашла такой расклад, называется «Повешенный или как убить в себе раба», где первая карта нам скажет «Моральное состояние раба в настоящее время». И у нас выпадает карта «Паж Пентаклей», да, он зарабатывает какие-то определенные денежки, они же бывают, даже занимают должности высокопоставленные. Чем господин удерживает раба в своей власти? То, что он очень сдержан, да, не хвалит своего раба, может даже с ним какое-то время не общаться, что держит его в тонусе, да, и не сказать, что он его балует деньгами. Так, что порождает в рабе влияние господина? Вот его бездействие, да, то есть он может вести себя так, чтобы у человека-раба вот возникало вот это вот состояние, ой, за что, почему, как так? Что убивает в рабе влияние господина? То, что он постоянно от него уходит и не контролирует его, да. Что ранее делалось для избавления от рабства? Все время в состоянии взвешивания надо, не надо, избавляться, не избавляться. Результат попыток избавиться от рабской зависимости – это такие позитивные быстрые перемены, да, то есть они какие-то такие быстрые, временные. Какую избрать тактику общения с господином, чтобы он потерял интерес к рабу, то есть самому начать наезжать на господина, да, что для раба вообще немыслимо, честно говоря. Что нужно сделать, чтобы возненавидеть господина? Это начать зарабатывать деньги, стать самодостаточной, стать, строить какой-то бизнес и быть независимой материально. Так, чем разрушить и разорвать пуповину, связывающую раба и господина? Вообще уехать стоит куда-то. Общее состояние бывшего раба после разрыва с господином. Все его будет устраивать, удовольствие, все хорошо, все замечательно. И состояние раба после обретения свободы, он сможет построить семью самодостаточную, которая не будет нуждаться в деньгах. То есть, если он будет еще и сам зарабатывать. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.